Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Так, Лига Мастеров, 2 звезды, я забираю свою награду. Отлично, в магазине также открываем пак. И как всегда, ничего мне здесь не достается. Я уже к этому привык. Так, по заданиям. Давай-ка мы с тобой пройдем. Прошли, конечно же. Серию испытаний, я, наверное, их до того, как говорится, уже заюзал, что они тянут время. Специально, ребята, 4 часа мне еще ждать до следующего отката. Соответственно, я не смогу взять все свои откатики и завершить задание. Ладно, мы тогда будем с вами, наверное, вот сразиться в боях. Это что нам нужно? Ну, нам надо найти... Так, на Армагона, да, мы прокачку ведем. Прокачиваем мы ему до 5-й ступени. Привет, приятель. И нам нужно с тобой еще 4 геймпада. 4 геймпада. Так, опачки, остаются 3. Давай попробуем здесь вытянуть. Так, учебники какие-то выпадают нам. Крюк-кошка, джойстик выпал. И последний, ну, нет, крюк-кошка все равно. А здесь? Да хорош уже. А сейчас? Понятно. Ну а сейчас? Вы издеваетесь надо мной, что ли? Я не могу понять. Вот, наконец-то он выпал мне. Блин, а мне еще... Мне еще нужен один. Давай здесь попробуем. Все, отлично, друзья мои. Вытянули. Но это еще не конец, потому что нам нужно будет еще найти... Не 4, а 7 Ч-планшетов. Это уже будет, наверное, в следующий раз, потому что мы с вами выполнили задание. И, соответственно, я забираю награду здесь. Так, поднять уровень персонажа. У нас, кстати, прилично мутагена. И мы сможем с тобой нашего Усаги прокачать до 90 уровня. Вот так-то вот. Друзья мои, потихоньку, полигоньку мы с вами прокачиваем наших персонажей. Так, следующим, наверное, будем с тобой поднимать Микеланджело до 90-го. Или же Армагона до 80-го. Как-то так мы с тобой сделаем. Еще этих партизанов нужно как-то поднимать по уровню. Ладно. Ну, ты понимаешь, я не смогу здесь все это забрать, потому что через 4 часа только будет откат у меня на испытание. Ну, а мы с тобой... О, кстати, вот это надо будет пройти обязательно. За кадром я это все сделаю. Телепорты, сам понимаешь, мне нужны. И идем на турнирку. Опять, ребята, меня сбросили в Лигу Мастеров 1 звезда. Постоянно такое происходит. Меня это же, блин, бесит. Серьезно тебе говорю. И придется нам опять с тобой. Сколько? 5 откатов есть, и слава богу. Ну что, давай начнем, наверное, разбирать Лео. Именно так он себя назвал. Так, Бакса, подожди, не суйся, пожалуйста. Берем с тобой вот этих вот пацанов, пацанчиков. Я надеюсь, они здесь не захандрят. Леонардо, конечно, сейчас чеканет большую половину. Я надеюсь на это. Но остальным останется только лишь добить. И будем надеяться, они сделают все как надо. Нормуль, Паукс меня порадовал. Все отлично, он сделал свой бросок паутинки и завалил оставшихся, так скажем, недобиток. И куда я перемещусь? С вашего позволения, я на 10-й позиции. То есть мне нужно всего лишь один бой сделать, и я его с удовольствием начну проходить. Так, берем мы с тобой, наверное, здесь Шейна. Так, Лео, ты уж извини. Я понимаю, ты расслабился. Бакстер, ты хорош уже, все вот лезет вперед. Батьки, так сказать, в пекло. Но здесь опасность, здесь есть небольшая опасность, ребята, 72 уровень у наших противников, а у меня 60, ну, не считая Леонардо. Карайка 70, посмотрим сейчас, что получится. Сможет ли она хотя бы кого-нибудь тут шлепнуть? Так, ну, одного шлепнули, вот, главное, тигр, давай ты, попробуй, ну. Оу, минус двоечка. И вся надежда на нашу Карайку-змею. У нее, правда, 61 уровень, но посмотрим. Да, ребят, практически получилось. Я возьму здесь провокацию. Это на всякий случай, это была перестраховка. И добиваем с тобой майки оригинала. Отлично, сегодня будет у нас испытание на Усаги. Ну, вы знаете, что Усаги у меня пройден полностью, да, собратый. Но все равно, чисто ради прикола мы все-таки пойдем туда. И, да, и до сих пор мы с тобой находимся в мастере 1 звезда на первой позиции. Что за ерунда творится здесь, а? Объясни-ка мне. Ну, кто у нас тут? Я смотрю, храбрый Серега, да? Серега... Ну, давай будем... Дони, хорош. Ну, что же вы все лезете-то? Все лезете, лезете. Если я возьму муху, мне кажется, мне тут ее быстро распетрушат. Да, 52 уровня? Нет, я тогда не буду брать. Просто обойдемся с тобой, наверное...
Или же, знаешь, как можно сделать? Я уберу отсюда вот так. Возьму. Тут массовых-то... Да, массовиков тут много, ребята. Тут Майки, который может сделать выстрел, да, со своего лука. И Ванюша. Но у нас есть вероятность, что мы все-таки быстрее их опередим. Потому что у нас здесь Леонардо сделает ход. Рахзар встанет в стоечку, соответственно, они не пробьют его. Давай-ка проверим-ка нашу теорию. Так, это так и должно быть, ребята. Теперь берем, как ты видишь, провокацию на Рахзара. Майки не стал делать массовый выстрел. Это хорошо, ребят. Ну что, Армагон, покажи свою ярость. Классно. Один из топовых бойцов — это, ребята, Армагон. Вы это сами видите. На 77 уровне он просто ложит всех штабелями. Ну а мы с тобой продвигаемся дальше. И Бакстер Муха у нас выжил и отыграл неплохо. Так что, ребятушки, 91 позиция. Так, а здесь, наверное, будем брать Егорку, судя по всему, да? По уровню именно он подходит нам больше всего. И тут уже возьмем Зека, возьмем Криса Брэдфорда. И, наверное, вот Джастина. Провокатор только лишь один у нас. Но ты не забывай еще одну вещь. Когда Зек бросает бомбочку, они замедляются, поэтому есть такой шанс, что они просто не смогут перерасходить. Но Донателло, да-да-да, именно он может нам все испортить. Так, давай посмотрим, как Лео сейчас зарулит. А он зарулил очень хорошо. Мы, наверное, сейчас с тобой сделаем вот так вот. Хопа. И нам нужно добить. Давай кулачком просто его. Все, ребят. Шикарненько, кстати, получилось. И мы с тобой продолжаем. У нас сколько еще, наверное, боя? Два? Нет, скорее всего, один бой будет. Позиция, наверное, 80-я, да, я так понимаю? 79-я, окей. Ну и что же нам тут предлагают? Я возьму, наверное, Глена. Так, давай, родной, возвращайся. Кстати, мы можем с тобой сейчас сделать одну фишку. Раз, два, три. Будем надеяться, что она сработает. Ты помнишь, да? Когда Усаги и Леонардо в одной пачке, они два быстрохода. То есть Усаги делает свою атаку с повышением постепенного урона на врагов, да? А Леонардо, ну, как идет, добивающий. И они ничего не успевают сделать. Все, это имба просто. Это просто имба. А если Усаги прокачать еще и до соточки, ты представляешь, что они будут делать? Вдвоем, просто вдвоем. Берешь 10 откатов, 5 ходов у тебя есть на любых противников. Их просто никто не сможет одолеть. И у нас с тобой 68-я позиция. Это как это мы так скаканули-то через... Что-то происходит, ребят. Мы были с тобой на 80 какой-то, да? И тут бумс, 68-я позиция, нифига. Круто, я тебе скажу, мы так с тобой перепрыгнули. Ну что, Николай. Не через О, а А написал, ладно. Не будем к этому придираться. В общем, возвращаем Леонардо. И вот этих вот ребят мы с тобой даже будем отыграть. И причем без какой-либо опасочки, что кто-то здесь упадет. Команда хорошая, серьезная, мощная. Так что даже вот мы с тобой поставим уклоняшку здесь. И начинаем потихоньку их бомбить. Если Пит упадет, вообще им крышка. Ну, а он падает, как самый ватный. Этот снимает дебафы, которых нету. Ну, он еще помимо этого повышает инициативу своей команды. Воу-воу-воу-воу, Лео, ты что делаешь? Это была массовая атака у него, да? Ну да, судя по всему. Сплинтер, твой баф здесь не поможет. Можешь даже не выпендриваться. Так, тихо, подожди. Ну-ка, волна, сделай дело. Так, Ванюш, ты будешь падать, нет? Ну-ка, да, не успокоила. Все, друзья мои, как вы видите, мы с вами отыграли арену, лигу. Все у нас хорошо, где-то будет 60, там, я не знаю, нет, наверное, 55 или 58 место. А, 57. Ну, я считаю, что это тоже хорошо. У нас 60 жетонов, естественно. Ой, подожди, какой бой? Бой, все, ребят, бой у нас закончен. Так, здесь приобрести никого не можем. Монет 75 нужно. А интересно, почему такая разница, да? Именно на него 75. На всех по 60, а на него 75. Это несправедливо. Что он такой, прям, я не знаю, круч.
Не, ребята, это какое-то подхалимство, ё-моё. Ну, не в этом суть. Главное, что мы идем с тобой в бой, на испытание. И у нас эксперт Усаги. Да. Полностью эпизоды я эти не проходил. Давай глянем, кого нам тут дадут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это что? Это что такое, ребят? Чё тут они мне сделали? Какой Кирби, ё-моё? Какая змея карай тут может быть вообще? Чё это за издевательство надо мной? Да. Это издевательство самое настоящее. Ну, этих-то понятно, мы с тобой размажем по стенке. 40-й уровень, это не особо так критично. А дальше-то как? Дальше я не знаю. Нам Кирби придется точно убрать из команды. Это однозначно, тебе говорю. Нет, по-моему, что-то тут поменяли, друзья мои. Раньше у нас была здесь имбовая команда. И мы этого Усаги еле-еле могли разнести даже имбовой командой. А тут я вообще молчу. Вот этими вот ребятами вряд ли что-то у нас получится. Они поменяли что-то, мне кажется. Во-первых, они не добавили нам 4-го испытания, да? А во-вторых, у Усаги все поменялось. Что это? Что это за команда такая? Ну, что это? Ну, Кирби, ё-моё, ну... У меня нет слов просто. Естественно, я его уберу. Куда его брать-то, ё-моё? Тут и, в принципе, змею карай-то опасно брать против них. У нас ни одной массовой атаки нет. Я раньше делал массовую атаку, уничтожал грибы, и мы с тобой выходили один на один с Усаги. Как один на один? Моя команда против его одного. А тут ты посмотри, что вытворяют. Нет, что-то у них там алгоритм какой-то, ребята, нарушился. Такого не должно быть. Ты серьезно говорю, такого быть не должно. Я-то думал, мы сейчас с тобой, Усаги, тут хотя бы там эпизодов 5-6 пройдем. Ага, 5-6. Держи карман шире. Ни одной массовой атаки. У Карайки есть, но это такая атака, знаешь. Легче вообще не атаковать. Ну, блин, грибы надо уничтожать, естественно, ребят. 50 уровня гриб не смогли завалить. Ё-моё, нашим Рокзарам вообще зашибись. Смотри, что он тут навытворял. Контратака еще повесилась. Ё-моё. Да. Лучше, блин, не придумаешь. Испытания тоже мне тут дали. Офигеть. Ну, завалим хоть гриб-то этот. Ладно, отлично, этот уничтожили. А он-то сейчас будет лютовать. Так, он месть повесит, да, на себя? Нет, не повесил почему-то месть. Ну, Рокзар, давай. Минус. Этот гриб мы с тобой сейчас... Так, у него контратака. Плевком попробуем. Так, атаку понизили, и это хорошо, ребят. Гриб, ты хорош там? По 33 раза-то ходить. Окей. И попробуем постепенный урон повесить. Ну, у Рокзара он очень слабый. Поэтому урон ты сам видишь, какой мы наносим. Я просто сейчас сижу и думаю, как мы с тобой будем проходить следующий бой, а? Вот этой командой, как? Это будет нереально просто-напросто. Я уберу Карайку, да, из состава своего основного. И что у нас останется? Два персонажа против 4. Что-то как-то усложнили они это испытание. Прям да нельзя. Массовой атаки нету. Ни единенькой вообще. Фигею я. 60 уровень противника. Смотри, что они делают. Даже если я поставлю уклоняшку, даже если они не будут попадать. Давай начнем, наверное, попадешь хоть? Ну, естественно, Рокзар не попадает по грибу. Да промахнись ты своей суператакой, я не выделывайся здесь, пожалуйста. Сопротивление. Если бы здесь хотя бы был бы Рафаэль, он бы сдачи сдавал. А тут... Тут вообще не знаю как. Чё? Мы промахиваемся? Ну, неужели? Он все-таки запинает меня, Рокзара. Смотри, что делает, а? Ты смотри, что творит, а, гаденыш. У него месть была, да? Сейчас она исчезла. Тут он промахнулся. И начинает опять бомбить. Слушай. Кролик лопоухий.
А не пошел ли ты куда-нибудь подальше, а? Что ты вытворяешь здесь вообще, блин? Совсем раздухарился, я смотрю, блин. Дрёна вож, а? Ну что он делает? Блин, давай хотя бы, я не знаю, я не могу попасть по этим грибам. Давай встанем в стойку. Хотя бы... Так, провокация, крит, атака. Сейчас звезданет нам. Ну ладно, это еще не так страшно. Грибы эти, а? Ну уничтожим этот гриб-то с тобой. Все, бомбанули. Так, если... Опа! Зашибись. Просто промахнулись. Просто промахнулись. Ну успокойся уже, все, хватит, блин. Бедный Рокзар, мне тебя жалко. Вот, сер... Не, ребят, это какая-то фигня полнейшая, я тебе скажу. Че он тут делает, а? Уклоняшка нам поможет здесь? А че нам уклоняшка, если у нас... Давай-ка смерть с небес, попади. Все, я умываю руки, друзья. Я просто умываю руки здесь. Давай, 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 давай. Чуди тут. Так. Пробьешь хоть? Нормуль, ладно. Блин, ну, почему у Рокзана все спало? Я не понимаю. Где... Где мой... Твою налево. Ну что ты делать, а, будешь с этим Усаги? Друзья мои, напишите в комментариях, у всех так или только у меня так, у избранного? Все вот так вот пошло наперекос. Не такая команда должна быть. Я же помню, что по прошлым сериям мы довольно далеко уходили. Я на нем фармил ДНК в легкую. Тут, извини меня, уже на третьем эпизоде я просто фейлюсь. Что это за команду мне дали? Какой Кирби здесь вообще должен был? Не было такого. Никакого Кирби не было. И тем более уж Змеи Карай. Это что-то какое-то новшество. Или у меня уже просто, ребята, все, старческий маразм. Что если я даже не могу вспомнить, кто и что? Не, не может быть такого. Такого быть не может. Смотри, он ходит и ходит, ходит и ходит. Я только успеваю отхиливаться и уклонение ставить. А он все бомбит меня и бомбит. Он еще и защиту себе поставил. Двойная атака у меня не вешается. Хотя она и не должна вешаться здесь. У него только уклоняшка. Вот и приходится уклоняться и хиляться, уклоняться и хиляться. Ну, сейчас опять это все снимет. Он, ну, естественно, сейчас он повесит на меня постепенно урон, не дай боже. И все, и быстренько меня распетрушат. Ну-ка, дымовая бомбочка его сейчас. Трындец. Ты достала. Хорошо, что он промахивается. Я не могу даже по нему атаковать, ребят. Вот, приходится мне то хильнуться, то уклоняшку. Сейчас он на себя еще двойную атаку повесит, да? Контратак? Нет, только защиту. Ну все, 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 успокойся уже. Блин, все-таки добьет. Добьет он мне майки. Ты видел, какой я урон наношу ему? Просто вообще никакой. Хиляемся. Просто никакой. Опять. Я все-таки допрыгаюсь. Мне кажется, он меня пробьет. Так, не получилось, да? Да отвали ты уже, а, в конце концов. Блин, какой-то горелый. Опять этот удар. Попал. Нет, я все-таки повешу уклонение. Не зря я тут 3 минуты бомблюсь, чтобы свалиться. А он себе опять бафает. Надеюсь, только на защиту. Конечно, ага. Только на защиту. Контратака, двойная атака. Все отлично, ребят. Ну, давай, давай, еще 3 удара делай. Может даже 10 ударов сделать. Мы вытерпим. Наконец-то. Ой, у меня просто нет слов. Это что-то слишком, это перебор, ребят. Я, естественно, я дальше не пойду. Куда мне идти? 85 и 80 уровень просто получил от Усаги. Какие тут нафиг 6 эпизодов? 6 эпизодов, ага, держи карман шире. Нет, не-не-не-не. Слушай, я даже не вижу, ребята, смысла, хотя... Ну, будет выпадать Рокзар, больше чем уверен. Или Усаги. Не, я могу, конечно, немножко попробовать.
О, 20 жетонов. Еще 20 жетонов. 5 серебряных осколков. 20 опять жетонов. Приманка для маузеров. И фигурка единорога. 2 доллара. Все, ребят. А нет, последний. Нет, не хватает. 7 сыра надо. Как-то я рассчитывал чуть-чуть на другое, если честно, ребята. Ну, ты понимаешь, да, что смятение я не могу пройти. Я так бы немножко, наверное, поиграл бы, но оно в откате. Ну, а вот эти вот телепорты я уже буду за кадром набивать, потому что, ну, зачем вам это, ребят, смотреть на это все. Пройти серию испытаний. Единственное, что я могу сейчас сделать, это все-таки найти Нармагона, чьи планшеты. Ну, попытаться, по крайней мере. Угу. Держи карман. А, нет, один выпал. Один, ребята, есть. Второй. Ну, неужели, пошла маза. Ну, а вот здесь вот фиг тебе выпадет. Тут тебе комиксы, телешоу, что угодно. Мутаген, да, выпадает. Чей планшет? Окей. Опять этот комиксы. Шок техно. А что-нибудь нормально дадите мне? Че у меня этими комиксами-то, а? Чей планшет? Сколько нам еще там нужно? Если не секрет. Еще 3. Хорошо, 2. 2, говорю еще. Все, ребят, у меня уже и пицца закончилась. Вот так мы с тобой поиграли сегодня, да? Ну что, ребятушки, тогда придется закругляться. Я в этом не виноват, вы уж извините. Обязательно увидимся уже в следующей серии. И, конечно же, продолжим. Так, а это мы с тобой разберем. Все. Всем пока, всем удачи. И до новых скорых видосиков.